Все у вас было хорошо. Слово предоставляется Валентине Евгеньевне.
больших ступеней. И одна из первых ступеней – это окончание средней школы. И вы эту ступень уже преодолели. Так что с этим я вас и поздравляю. Добрый путь! Thank you.
Thank you.
Адресата полного среднего образования вручается ребенку Максиму Викторовичу.
Thank you.
Thank you.
аттестат среднего образования вручается реагентам Евгения Александровна.
и сидели с родителями в ВДП и цели. Поправная грамота за
благодарственное письмо родителям. Аттестат о среднем образовании вручается Тихонову Вячеславу Владимировичу. Аттестат о среднем образовании.
Аттестата среднего образования вручается Шахаев Рубинэ Евгении Юрьевне. Евгения Юрьевна, аттестата среднего образования вручается Тускину Александру Викторовичу. Свидетельство международных коэффициентов и моя дата присвоения. Аттестат о среднем образовании вручается Першиной Татьяне Ивановне. Аттестат о среднем образовании вручается Островой Ирине Ивановне. И благодарность родителям. Аттестат о среднем образовании вручается Ивановой Ирине Сергеевне. И благодарность родителям. Аттестат о среднем образовании вручается Бельгус Ирине Викторовне. И благодарность родителям. Аттестат о среднем образовании вручается Нигулиной Ирине Борисовне. И благодарственное письмо родителям. Аттестат о среднем образовании вручается Васёвой Ольге Васильевне. Похвальная грамота за особую степень изучения русского языка и литературы и благодарственное письмо родителям. Аттестат о среднем образовании вручается Южинину Никите Викторовичу. Свидетельство категории Б и С. Аттестат о среднем образовании вручается Шиханову Евгению Сергеевичу. И свидетельство категории Б и С. Thank you.
успехов, удачи и светлой, лучшей жизни. Счастливого пути! Я тебя люблю.
Thank you.
1951